Я играю в пьесе и снимаю фильм о ней. Работаю одновременно за двоих. За режиссера, стоящего за камерой, и за актера перед ней. У меня так много дел. Я считаю, нам нужно туда. Ну вот. Это похоже на путешествие. Я просто помешан на творчестве Оскара Уайльда. Это безумно талантливый человек, способный увлечь. Проект затянул всех, не только Алла. Все стали одержимы этой идеей, хотели приобщиться. Создавая этот фильм, я надеялся показать Оскара Уайльда с неожиданной стороны. Оскар Уайльд, поэт и драматург, жил здесь. Так я и стал одержим. Саломея Уайльда.